Бывший ковровский чиновник задержан за взятку. Речь идет об Амангильды Куандыкове. До 23 года он занимал пост замглавы администрации по ЖКХ города Коврова. По версии регионального следкома, 49-летний представитель муниципальной власти получил вознаграждение за согласование документов на строительство и ввод в эксплуатацию объектов. Взятку в виде трехкомнатной квартиры ему передал через сообщников руководитель строительной компании. Задержание провели сотрудники ФСБ. Следком совместно с оперативниками службы безопасности уже допросили свидетелей и осмотрели квартиру. По предварительным данным, бывший заместитель главы администрации города Коврова, находясь в доверительных отношениях с руководителем строительной коммерческой организации, получил от последнего взятку в виде трехкомнатной квартиры в строящемся многоквартирном доме стоимостью 5,5 миллионов рублей за способствование принятию решений в интересах данного лица и представляемой им строительной фирмы. Бывшему чиновнику уже предъявили обвинение. По ходатайству следкома Куандыков был взят под стражу. На квартиру, которую обвиняемому подарили за несколько подписей, наложили арест. К слову, бывший чиновник в 2019 году участвовал и в конкурсе на пост мэра Коврова. До этапа собеседования его допустили лишь по решению суда. Но в итоге главой стала Елена Фомина, а Куандыков ее замом. Что касается предыдущей деятельности экс-чиновника, то в разные годы он был директором Первомайского и Октябрьского рынков, а также 25 лет провел на воинской службе. Уголовное дело возбуждено по 6 статье 290 статьи УК РФ. Получение взятки в особо крупном размере. Что касается генерального директора строительной компании, то ему предъявили обвинение в даче взятки. Как бывшему чиновнику, так и строителю грозит до 15 лет лишения свободы с запретом еще долгое время занимать определенные должности.